Шоколадка 100-граммовый из Португалии под маркой магазина «Лента». Вес 100 грамм, упаковка картон и фольга. Цена была довольно небольшой, правда, имелась в виду скидка для покупателей по карте, собственно, этой точки торговой. Внешне она прямоугольная, довольно светло-коричневого оттенка, с разделением на 10 ровных кусочков и адекватным составом. Правда, в ней явно не хватает соли и горечи для темного шоколада, как заявлено, и с начинкой морская соль, что тоже в описании имеется. Могу вам смело рекомендовать аромат легкий, какао и чуть-чуть ванили. Структура весьма тонкая и плотная, легко ломающаяся. В руках не тает практически, то есть можно спокойно держать и есть прикуску с кофе или чаем. Собственно, все, что я хотела вам, я сказала по данному десерту. Остальное вы увидите в видеоформате. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И, конечно, все может быть более интересно и будет на моем канале. Всем пока, ждите новые обзоры, цена в рублях 99 штучек. Всем пока и очаровательных выходных, либо будних дней, и пусть у вас будет все хорошо.